кто-то здесь ходит. Может, это наш злой грибник, который свои грузди не хочет отдавать. Но тут уже половина сбита, а тут целая поляна. Давай посмотрим. Вот они под листьями, их тут полно. А вдруг они хорошие, а? Смотри, сколько. А вон там тоже. И вот эти. Ну что ж, давай займемся. Я хотела еще лисички глянуть, но посмотрим, может, какие-нибудь пригодятся. Я люблю белые грузди. Это хорошие, их тут полно. Ну, бери его отдельно, отдельно. Давай мне твои подберезы. Наше грибное счастье. Здесь был злой грибник такой. Мы пришли с Олей. Начали собирать, а он потом пришел после нас. И давай кричать, это моя поляна. А мы говорим, ну режьте, нам же не жалко. Пожалуйста, ваша поляна здесь всем хватит. Их было много-много-много. Как сейчас? Сейчас уже мало. Грузди в корзинке. И вот эти надо еще сверху чистить. Хорошо, что нож с кисточкой Паша подарил, племяшек московский. Ну и мы сами такой покупали тоже. Ножик с кисточкой удобно очищать сверху грязь. Они все чистенькие, беленькие. Даже ножки взяла. Во, супер. Сейчас еще походим. Это тот злой грибник. У меня такое видео есть про злого грибника. Ну вот тут тоже гриб прячется. Ой, их не собрать. Что я буду с ними делать? Ну, конечно, вымочу и засолю. Белые грузди для меня редкий гриб. Потому что легче бороздить найти в другой раз в лесу, чем эти белые грузди. Вон там прячется. Вот здесь вот. Просто дяденька опоздал. Но кто-то там порезал же, да? Там же были порезанные какие-то. Может, это ранние были? Может, ранние. Комар укусил. За руку не намазались. Ай-яй-яй. Так, сейчас я их все соберу. А Маугли почистит. Это поляна. Здесь они часто бывают. Почти каждый год. Все, работаем. Дороги, зонтик попался. Ну, они какие-то сухие. Сейчас будем выезжать. Маугли пошел за машиной. Мы уже будем уезжать отсюда, хотя и не хочется. Нет, я еще одно место проверю. Как красивый этот лес. Я его очень люблю. Только камеру взяла в руки. Маховичок какой-то увидела. Но они червивые и плесневые уже. Ну, не знаю, как этот. Посмотрим. Лес хороший. Здесь и белые бывают. А рядовок здесь бывает, видимо-невидимо. Ну, уже кто-то здесь вон что-то искал. Поэтому шансов найти что-то здесь хороший нет. А этот гриб еще лучше будет. Это белый. Точно попался. Темный лес гудел. Темный лес шумел. Песню пел. Ну, петь мы, конечно, сегодня тоже можем. Потому что мы кое-что нашли с удовольствием. Это я не знаю что, даже не понимаю, за елочкой. Сейчас будем уезжать, а пока вот здесь наш стол, и мы поедим. Лес хороший, приятный, но пора за сестрой ехать и на озеро. Вот. Наш стол сегодня пусто, народу нету. День очень-очень жаркий. Все на фестивале уличной еды. Мы вчера там были. А сегодня хватит деньги тратить. Лучше по лесу. Давно ведь не были. Пару недель и не были здесь. Классно. Ну что, стол. А под столом грибы растут. Маховики молодые. Это не маслята. Под скамеечкой. Сейчас посмотрим. Ножика у меня нету. Где? У тебя есть нож? Есть. Давай. Посмотри-ка ты. Чистый. Да это маслята. В этом лесу они не часто бывают. Так. Здесь непонятно.
Обрезаем, смотрим. Ну вот этот вот хороший, самый большой, более-менее. Так. Остальные чуть точнее. Да гранит. Одной здесь народу очень много бывает. Вблизи Смоленска, а лес этот в 25 километрах от нашего дома, от Смоленска. Ну что делать, надо же бывать и в лесах.